Ранее у предприятия было 3 автобуса, однако работники ангарского трамвая ездили на них с большой опаской. Они находились технически очень, ну, в плохом состоянии. То есть один автобус у нас 82 года, второй 93-го. И вот мы обращались в администрацию неоднократно уже в течение 2 лет, чтобы нам помогли приобрести новые автобусы. Потому что других вариантов, да, мы рассматривали несколько вариантов. И с привлечением сторонней организации, с ремонтом существующего транспорта. То есть это было экономически невыгодно, нецелесообразно, потому что стоимость примерно равнялась приобретению нового автобуса. Городская администрация выделила МУП «Ангарский трамвай» 2 новых ПАЗа. Радости сотрудников предприятия не было предела. Автобусы, доставленные с завода, удобны и вместительны. Новенькие, красивенькие. Ну, мне кажется, на старых было как-то... Думаешь, доедешь, не доедешь до работы, а вот новые как-то больше внушают доверие. Новые автобусы отправляются за сотрудниками предприятия в 4 часа утра. Ведь уже в 5.05 на линию выходит первый трамвай. Его движение заканчивается в 24.30. В час ночи автобусы развозят уставших сотрудников по домам. Марина Тингова, Дмитрий Новопашин, «Местное время».